Добрый день, друзья, подписчики, случайному зрителю. Сегодня хочу вам, так как режим самоизоляции идет, сидим дома, зайдем на официальные странички Лады и на официальную страничку Дастера зайдем, и я вам попробую показать и доказать, что все-таки Нива на данный момент выгоднее и практичнее. Почему? Смотрите сами. На данный момент Нива Urban, у ней новый салон, новая панель, вот посмотрите уже сами. Уже в Ниве установлен Aero GLONASS, установлен новый потолок, установлены новые сиденья. Вот так вот выглядит сейчас новый автомобиль Lada 4x4. Переходим в модельный ряд. Буду рассматривать Нива Urban в пятидверной. Рассматриваем. Вот так вот выглядит Нива Urban. Почему рассматривать будем именно пятидверную? Потому что Duster схож с пятидверной Нивой. Смотрим, сколько стоит у нас автомобили Нива 4x4 Urban. Комплектация здесь одна. Идет движок 1,7 лошадей, 8-клапанный, 83 лошадиных сил. Здесь установлен люкс. 611 тысяч стоит на данный момент автомобиль. 611 тысяч. Перешли на страничку Дастера. Смотрите, Дастер полтора дизелек с механической коробкой передач стоит 1 150 000. Если брать Дастер 1.6 полный приводный 4x4 с механической коробкой передач, то будет стоить он 1 066 000. Двухлитровый с автоматической коробкой передач стоит 1 161 000. И двухлитровый с механической коробкой передач стоит 1 111 000. Давайте, смотрите, откроем калькулятор. Давайте возьмем 1.6, то есть 1 066 000. Отнимаем. Так, сколько у нас Duster-то? Так, это не Duster, а Нива. 611, да? 611. То есть 1 066 000. Отнимаем 611. Равно. Разница 450 тысяч рублей. Это между Нивой Urban и Duster-ом 1.6 полноприводный. Ну вот смотрите, если опять же 450 тысяч, берем 450 тысяч разницу. На Ниву пятидверную Urban устанавливаем два самоблока, на передний мост и на задний мост устанавливаем. Это будет стоить 30 тысяч. Это, например, если взять дифференциалы повышенного трения АВТ-шные, 30 тысяч. Шумку заклеиваем, 30 тысяч, 60 тысяч получилось. Например, хорошие колеса берем, 40, 100 тысяч, ну 110 там, плюс там сигнализацию, там не знаю, там стекла наклеить, ну максимальные, колеса обрезать. 150 тысяч в Ниву мы вкидываем, и получается у нас что? Получается у нас отличный автомобиль. То есть примерно за 750 тысяч мы делаем отличный автомобиль. Разница с Дастером я вам показал, так что выбирайте вам. Если вот такой формат видео вам понравился, подписывайтесь, делитесь видео, ставьте лайки. Всем добра, ребята. Будьте здоровы, не болейте. Спасибо вам.